Привет, друзья! На связи опять Сергей Куликов. Мы продолжаем наши видеовыпуски. Хотел задать такой вопрос. Как вы считаете, какой вольт самый легкий? Вы думаете, наверное, что вольт Шарле, да? Вот это вот. Ну, сейчас я вам покажу вольт, который намного проще, чем Шарле. По крайней мере, мне его делать намного легче. Его сможет повторить любой новичок, даже не затрачивая особо никаких усилий. Так, давайте глянем. Итак, к примеру, мы потасовали картишки, да? И хотим сделать какое-нибудь красивое подснятие, да? То есть мы берем картишки и вот так вот подснимаем. Это называется вольт Слайдини. Ну, был такой чувак, фамилия Слайдини, очень известный в своих кругах фокусник. У него есть хорошие семинары. Я их, правда, не смотрел, но люди говорят, что классные. И это ионный вольт. То есть, что происходит? Я вот так вот подснимаю и кладу сверху. Да? Подснимаю, кладу сверху. Могу несколько раз вот так подснять, положить сверху. Вот это называется вольт Слайдини. То есть, если Шарле вы там еще немножечко помучились, пока учились делать, то в этом никаких проблем возникнуть не должно. Ну что ж, теперь давайте посмотрим поближе, как его делать. Итак, друзья, как же выполняется этот самый-самый-самый простой карточный вольт? На самом деле все просто. Вот это все, что вам надо сделать. Можете, конечно, сделать с двумя частями. Раз, два, три. Как это делается, смотрите. Мы захватываем колоду вот таким вот образом. Большой, средний палец. Указательный у меня отсчитывает примерно так вот половиночку. Так вот сюда в бок немножечко ее сдвигает. Что происходит? Я резко отпускаю этим указательным пальцем и большим вот эту вот часть. То есть я, грубо говоря, отпускаю и сразу же вот это вот движение делаю из-под этой части. То есть пока она падает, я второй вот так вот ее накрываю. То есть вот так вот. Оп. Оп. Или две, допустим. Раз, два, три. Все элементарно просто. Указательным пальцем отлеснули, сбросили, положили поверх. Указательным пальцем отлеснули, сбросили, отлеснули, сбросили, положили наверх. То есть раз, два, три, четыре. Или просто разочек. Оп. Вот это называется вольт Слайдини. На мой взгляд, еще проще, чем вольт Шарле. Итак, друзья, на связи с вами был Куликов Сергей и фокусы от моряка. Встретятся вам в следующих видео. Всем счастливо!